хотів би об'явити ще одну кампанію. І декілька слів перед тим, як вони почнуть. Після цієї презентації в нас буде ланч. Довгожданий ланч, перерва на обід, ще одна презентація. Я привітую Леоніда Власова, компанія IB, розумна класика IB. Наша компанія називається не IB, так називається продукт. Мене звати Леонід Власов, я комерційний директор компанії IT-інновація. Если судить по названию нашей компании, то вообще непонятно, где IT-инновации, где пчеловодство. Ну и так, в принципе, было достаточно долго, но как минимум тема сегодняшней конференции говорит о том, что инновации в пчеловодстве есть. И про некоторые из них расскажем мы. Еще недавно, буквально 2 года назад, я вообще ничего не знал. Ни о пчелах, ни о пчеловодстве. Сейчас я знаю, конечно, гораздо больше, но не стану ни с кем здесь соревноваться в уровне знаний. Расскажу о том, что мы придумали, точнее, к чему нас подтолкнули ваши коллеги, пчеловоды. Спасибо Сергею. Он хорошо рассказал про тренды в инновациях, показал много чего интересного, что уже производится в мире. Не забыл и нас упомянуть, еще раз спасибо. Вкратце, на первом пункте даже нечего останавливаться. Все прекрасно понимают, что много чего связано с инновациями в конструкции и методах экстракции. Более того, сегодня одни из представителей компании, которые этим занимаются, сделают отличную презентацию, не сомневаюсь. Про технологии и средства защиты пчел тоже уже говорили. Хочу только вспомнить про статью, которую недавно читал. Вот сегодня Сергей показывал дрон, который опылял сад, а я недавно читал статью про дрон-истребитель. Это французская компания создала конструкцию дрона в виде сопла и около 800, и бочки с около 800 мл ядовитого раствора. Собственно говоря, для чего этот дрон нужен? Я так понимаю, что в Украине это не настолько массовая проблема, но тем не менее. Дрон был создан для того, чтобы бороться с азиатским шершнем. С помощью видеокамеры этот дрон поднимается вверх, находит места оглубления и опрыскивает этим раствором ядовитым эти колонии шершней. Таким образом, было найдено вот одно из методов борьбы. Повышение эффективности технологических процессов – это один из трендов, который сейчас в Украине, ну не только, наверное, в пчеловодстве, а во всем, в энергетике, в земледелии. Давно пришли к тому, что ресурс наращивать бесконечно невозможно. Нужно выжимать максимум из того, что ты имеешь. А еще лучше даже понижать количество имеющегося ресурса, но повышать его эффективность. Таким образом, снижать дополнительные затраты. Вот, в пчеловодстве тоже есть методы, особенно это касается промышленных пасек, когда контроль за выполнением некоторых операций приводит к повышению производительности одной пчелосемьи. Если разделить вообще тренды и инновации на взгляд с другой стороны, как я его назвал, это аналоговые методы, цифровые. Цифровые я выделил большим крупным шрифтом только потому, что я буду вам рассказывать про цифровые методы. Итак, кто такие IT-инновации? Мы компания, которая занимается производством, мы IT-шники. Мы IT-продуктовая компания, у которой большой портфель различных продуктов. В частности, сегодня упоминался интернет вещей, это одна из наших специализаций. Что такое интернет вещей? Я видел мало рук в зале, я вам приведу просто примеры. Вот, допустим, в зале есть видеокамеры. Вы можете их смотреть здесь вот на мониторе, который находится прямо здесь, а можете с мобильного телефона через там, в любом месте. Вот это и есть интернет вещей. Интернет выступает здесь средством и базисом хранения и передачи информации. Ну, не столько передачи, сколько хранения. Другой пример, там умный дом, да, у вас там где-то батарея лопнула, сразу же получаете на мобильный, сейчас это тоже тренд, получаете на мобильное уведомление, у вас там с батареей что-то, или температура упала, или нужно котел включить. В общем, вот это все интернет вещей. Мы работаем с IoT, это интернет вещей, Internet of Things. Мы работаем в основном в агритеке. Агритек это аграрно-технологическая отрасль, скажем так. То есть это технологии, инновации в аграрном бизнесе. И в автомоте. Как родилась идея продукта IB? Здесь я привел вот из нашего портфеля 2 продукта. Метеотрек, мы о нем чуть позже расскажу. Это метеорологические станции, это наша разработка. Второй IC, это автомобильная сигнализация. И казалось бы, при чем здесь автомобильная сигнализация? Но именно она послужила поводом создания, и вообще, ну, и благодаря ей мы создали продукт IB.
На одной из выставок, по-моему, она называлась «Охранные технологии», мы представляли этот наш продукт и встретились с нашими партнерами, которые производили железо немножко там, в другой отрасли. Мы разговаривали на разные темы. И в какой-то момент, да, мы уже тогда, у нас уже был продукт «Метеотрек», мы рассказали про него. И в какой-то момент возникла идея: ребята, а не хотите ли сделать умный улей? Опа, а что это такое? Ну, и с этого началось. А вот это, значит, там поставить датчики. В общем, мы много-много говорили. Ушли с этой выставки, в принципе, ну, у нас же базис там был какой? Охранная система, сигнализация. То есть мы нарабатывали портфель решений вот именно в этой отрасли. Но здесь червячок уже поселился. Так получилось, что в нашей компании, у нас порядка 30 человек, нету ни одного пчеловода, ни одного родственника пчеловода и практически никого, кто связан с пчеловодством. Мы рушим всю статистику, как потом оказалось. Почему? Знаете почему? Потому что когда мы дошли до определенной стадии, мы начали общаться вот в кругу ваших коллег, и оказалось, что каждый пятый в любом месте, куда бы ты ни пришел, обязательно связан с пчеловодством. Либо знает, что это такое, либо у него родственники, либо он в этой области что-то делал, ну и т.д. и т.п. Каждый пятый, представьте, каждый пятый украинец, куда бы ты ни пришел, обязательно знает, что такое пчел. Я не знал, мне стыдно, я до 35 лет не знал. Так, и вот что мы начали общаться с пчеловодами. Мы начали обсуждать вот эти идеи, которые у нас зародились на выставке между двумя компаниями, которые, ну, к пчеловодству никакого отношения не имеют. Мы разработчики, мы программное обеспечение, они железо. Мы начали прорабатывать концепцию и задавать вопросы, которые вот, ну, у нас возникли на выставке. Мы дозадавались до того, что нашелся человек, который сказал: а хотите попасть на Бджулярский круг к деду Василю? А что это такое? Ну, опять же, дед Василя знаете? Знаю. Знаете, а мы не знали. Мы, ну, а это круто? Ой, говорит, это очень круто. Короче, мы попали на Бджулярский круг. Мы презентовали, это для нас была абсолютная авантюра. Мы приехали туда с концепцией, которая была подтверждение, там, ну, буквально 3-4-5 человек, возможно, вот из пчеловодов, нам подтвердили, что да, наверное, это хорошо, но вы хоть вообще понимаете, что вы хотите сделать? Нет, мы не понимали абсолютно. Это была авантюра, мы приехали презентовать продукт, понимаете, да, продукт, хотя на самом деле у нас даже не было сформированной концепции. Почему мы были уверены в своих силах? К этому моменту мы много чего уже сделали, мы точно знали, как строить процессы, мы знали, как работать с данными, с датчиками. То есть, по сути, нам нужны были люди, которые станут для нас менторами в этом продукте. И мы приехали, мы рассказали, что мы вообще хотим сделать, и цель была этой презентации услышать отклик. Но в результате завязалась дискуссия, и с этого Бджулярского круга мы уехали с некоторыми проблемами, которые мы себя сформулировали. Вот четыре основных там, типа проблем. Самая главная проблема, которая была озвучена, это отслеживание заболеваний, роения и других статусов пчел. Это, я вам скажу так, вот на данный момент это для нас to-do. То есть мы идем в этом направлении, пока что мы собираем данные для решения этой проблемы, но мы еще к ней не приблизились, даже не на шаг. Другие проблемы, я думаю, всем хорошо известны. Контроль изменения количества меда в улье, то есть это либо прирост, либо начинают есть, либо начинают мало приносить, значит далеко летят, ну и так далее. Регулярные осмотры удаленных пасек. Мы поняли, что, ну, нам рассказали, что пчеловоды за сезон много, ну не много, но неоднократно меняют локации пасек своих, то есть их перевозят поближе к полям. И очень часто для того, чтобы приехать и провести осмотр, который, ну, ни к чему не обязывает, это не технологическая операция, это там, ну, все ли на месте, все ли стоят улики на месте, все ли там хорошо пчелы летают, нужно ехать там и по 100 километров. Окей, это была еще одна из проблем. Уведомление о доступе к улью, кражи и падения. На данный момент я понимаю, что если пасека далеко и твой улей украли, ну окей, что, ну, что ты с этим поделаешь? Ты узнаешь о том, что его украли, ты уже ничего не изменишь. Но на определенном этапе мы начали общаться с промышленными производителями меда, и всплыла еще одна проблема, связанная с тем, что если среди частных пчеловодов, ну то есть, скажем так, более мелких пчеловодов, это больше хобби, когда ты сам работаешь, там, либо твоя семья работает со своей пасекой, то в промышленных масштабах это наемный персонал, это люди, которые должны четко по графику выполнять определенные операции с определенными ульями. И как минимум ты хочешь понимать,
был ли кто-то на пасеке, открывал ли там улей и так далее. То есть это была еще одна из проблем, которая возникла. Поехали дальше. Как я уже сказал, частные пчеловоды. Мы вначале ориентировались на них, и здесь было очень просто получить обратную связь, но очень сложно в том, что эта обратная связь была очень разной. Я вам скажу так, мы начали работать над платными, ну то есть над производством плат, то есть мы уже сформировали идею, мы поняли, что у нас должно входить вот в MVP, ну это минимальная стоимостный продукт, в общем, в начальную версию устройства. Но мы продолжали, инженеры начали трудиться над платами, мы продолжали общение с пчеловодами, и каждый хотел, что, о, вот это круто, вот это мне не нужно, а вот здесь вот добавьте еще что-то. Я вам скажу так, что то, что, на что мы планировали потратить один месяц, мы делали практически полгода. Мы продолжаем сейчас, я вам скажу, мы, наступив на эти грабли уже неоднократно, мы все равно меняем, мы сейчас выпускаем конкретно, даже уже выпустили окончательную версию, вот эту базовую, и сейчас делаем новые модификации, снова не расскажу чуть позже. Промышленные пасеки, это вообще это другой космос. Это, я вам скажу, мы общались с ребятами, а вот у меня есть платформа, там 15 метров длиной, на ней стоит, подскажи сколько, 50-70 ульев, да, и мне нужно. И мы как послушали, ну окей, хорошо, вы понимаете, что вы для нас настолько частное решение, ну настолько частный запрос, что мы готовы это сделать за день. А, нет, за день мне не надо. Что такое все-таки IP? Почему звук в улье стоит на первом месте? Это та фишка, которая, я считаю, в будущем сделает нашу систему, ну это основной value, основная ценность нашей системы. Что сейчас мы делаем? Мы сейчас собираем данные. Мы пока что не работаем с ними, потому что мы не умеем, и у нас их очень мало. Мы прикинули и, пообщавшись с специалистами в анализе подобных данных, мы поняли, что нам нужно насобирать приблизительно за год данных приблизительно с 500 ульев для того, чтобы начать их обработку и разработку моделей. Моделей каких? Как жужжит пчела? Опять же, ну не я вам буду рассказывать, да, болеет она перед роением и так далее и тому подобное. Вот это все мы хотим подсказывать и помогать пчеловоду, не открывая улей, не прислушиваясь к нему. Сейчас мы собираем спектр звуковой, мы не пишем звук. Мы на месте разлагаем звук в спектр, складываем его в базу данных. Как только у нас наберется достаточное количество подобных спектров, мы начнем их анализировать. И в результате мы сможем вам подсказывать, что происходит с вашим, почему пчелы начали жужжать. А вот завтра вылетит рой, слетит, ловите там и так далее. Ну это вот то, к чему мы стремимся. Следующий очень важный параметр, два параметра, которые мы контролируем, температура и влажность внутри улья. На определенном этапе нам подсказали, что есть еще более важный параметр, который нужно контролировать, но мы пока что не придумали как. Это температура самого клуба, да, правильно я говорю? Вот. Но пока что мы не придумали, честно говоря, как это делать. Думаем, возможно, когда-нибудь придумаем. Но тем не менее, температура и влажность внутри улья говорит нам о чем? Чем ближе она к естественным нормам, тем более продуктивная пчелосемья при прочих равных других условиях. Окей. Что мы должны делать? Контролировать. Более того, на зимовке, насколько я понимаю, это один из самых важных параметров, да? Особенно если мы говорим про влажность. Вес улья, ну, я уже об этом говорил, прирост, либо отсутствие прироста, либо очень медленный прирост говорит нам о чем? О том, что нужно что-то делать. Либо если все окей, значит мы ждем, пока мы собираем в округе весь мед, всю пыльцу. Вскрытие, падение и кража улья, это по сути падение и кража улья, это один датчик, с которым, ну как бы да, вот он есть, окей, мы с ним работаем, но мы пока что не понимаем, честно говоря, ценность. Вот все говорили, нам это важно, но мы, честно говоря, не понимаем пока что ценность этого датчика. Если вы считаете, что важно, окей, он у нас уже есть в системе. Ну, мне непонятно, если за 20 километров от меня мой улей украли, даже если там есть GPS, это как опция, это мы можем поставить туда GPS-датчик, но он высадит батарею буквально за 15-20 минут, если он будет активно работать. Что я с этим сделаю? Ну окей, я узнал, что у меня украли. Можно сделать его неактивным просто. Он неактивный, но его нужно переводить в какой режим? При падении либо краже? В активный. И тогда батарея, которая сейчас у нас работает приблизительно год, мы не работаем с внешним питанием. Каждый, вот здесь я вам покажу чуть позже, вот это вот комплект на один улей, вот такой вот маленькой коробочке. Внутри батарея, которая при съеме данных раз в 15 минут,
и отправки на сервер несколько раз в сутки, я сейчас не буду говорить, как заводские настройки, она будет работать год. То есть раз в год вам нужно всего лишь менять батарею. Если включить GPS-трекер, ну, у нас просто вот там вы видели раньше, да, охранная сигнализация, это вот мы работаем с GPS, мы хорошо с этим работаем. Он, этот датчик, он высадит батарею просто за 10-15 минут. Даже если я буду знать, в какую сторону украли мой улей, то все равно это ничего не изменит. Итак, как выглядит система? Если этот датчик активизируется через месяц, чтобы выяснить, где он находится. Да, через сутки. Как вы думаете, если улей украли, он будет месяц где-то стоять, ничего с ним не будут делать? Так систему-то найдут. Ну вы же понимаете, систему-то найдут сразу же, как только вскроют улей. Даже если делать... Его надо прятать, этот датчик. То есть делать его не в рамках этой системы, а как отдельным решением. Окей, отлично. Расскажу. Потом в перерыве расскажу, есть такие решения. Итак, с чего мы начинали? Вот это комплект на один улей. В данный момент он выглядит так, и первая наша партия серийная будет выглядеть именно так. Вот этих вот четыре маленьких кнопочки – это весы. Это опция. Они могут идти в комплекте с основным блоком, могут быть опционно на контрольный улей устанавливаться. Под каждую из ножек мы ставим кнопочку. По сути, это тензодатчик. А вот здесь вот все мозги. Здесь датчик температуры, датчик влажности, здесь микрофон, здесь вся постобработка. И вот уже специально для промышленников мы сюда добавили сенсор, который работает с освещением, и по сути он является контролем открытия как минимум крышки. В данной комплектации это пока что невозможно сделать. Почему? Мы начинали с того, что вообще мы начинали с чего? С того, что этот комплект должен устанавливаться скрытым. То есть мы ставим под ножки педаки эти, да, потом снизу монтируем блок, и по сути, если особенно еще снизу там есть какая-то опалубка, то уже ничего никто не увидит. Как оказалось, улей поставить на эти весы несложно, но снизу попасть между рамок, да еще это все присверлить, короче, это проблема. Окей, начали выносить сзади на стенку. Сейчас я вам скажу, не буду на этом останавливаться, сейчас мы разрабатываем следующее, это будет наша следующая большая партия устройств. Беспроводной датчик будет связывать основной блок и нижнюю часть. Вот эта часть, основной блок, он будет устанавливаться внутрь улья, под крышку, но между рамок. И по беспроводной технологии он будет связываться с нижней своей частью, с весами. Но если их нет, то окей, тогда не с чем связываться. Сколько таких на пасеку, решаете сами. Но помимо такого комплекта на каждый из ульев, он по сути умный, но вот в рамках только себя. Для того, чтобы эти данные собранные передать дальше, нужно, чтобы на пасеке стоял основной блок, контроллер, базовая станция, ну как угодно. Базовая станция — это по сути устройство, которое собирает данные со всех таких вот устройств, которые находятся в радиусе ее действия. Изначально у нас был радиоканал использован, он не слишком устойчивый был, в общем, мы уже сейчас на лору перешли. Лора позволяет при худших ожиданиях в радиусе 1 километра получать данные с этих устройств. То есть один основной блок, базовая станция, и в радиусе километра неограниченное количество таких устройств могут подсоединяться. Собирают данные с ульев, отправляют на базовую станцию. Базовая станция изначально только по GPS отправляла на сервер. Сейчас мы сделаем, опять же, вот это я говорю, что мы работаем уже вроде как, а вот добавьте это. Сейчас уже с Wi-Fi будет. То есть если вдруг у кого-то в доме стоит базовая станция, окей, она может подключиться к Wi-Fi, особенно если, ну, есть такие истории, когда нету GSM, но есть Wi-Fi. Ну окей, решаем. Значит, как работает система, я рассказал. То есть вот это вот ульи, это базовая станция, ну, коробочка с антенкой. Дальше прилетают данные на сервер. На сервере, что с ними делать на сервере? Мы понимаем, что тенденции не позволяют нам делать основой веб-приложения. Нужно работать через смартфоны. Поэтому мы сразу, ну понятно, что у нас есть и веб-платформа, но мы сделали упор на работе с данными с этого устройства, с мобильных телефонов. Это смартфоны Android, смартфоны iOS. То есть, по сути, мы покрыли, ну скажем так, 90% рынка устройств. Вы получаете все данные моментально, как только они прилетают на сервер, они тут же появляются в вашем приложении. Помимо того, что эти данные просто фиксируются, есть определенная аналитика. Как работать с этими данными, приложения, мы это все покажем, не буду сейчас на этом останавливаться.
Значит, какие преимущества мы видим при использовании этого устройства? Сокращение рисков болезней пчел, потеря роя, это то, к чему мы идем, но я даже думаю, что без анализа звука мы уже сейчас можем говорить о том, что работая с теми данными, которые предоставляет система, как минимум контролируя температуру и влажность, мы помогаем минимизировать эти потери, особенно во время зимы. Невысокая стоимость устройства – это было одним из базисов, на который мы ориентировались, когда разрабатывали систему. Я сейчас сразу могу сказать цены, но они есть и на сайте. Вот этот комплект на один улей стоит $120, безвесовым стоит $80. Простой инструмент взвешивания, окей, поставили, вот, ну еще раз, я уже рассказал, как это работает. Тревоги на смартфоне по-любому с датчиком. Датчики практически все я перечислил. Вот что бы ни происходило с вашим ульем, то есть условно там температура резко упала на 2 градуса, либо возросла, это все прилетает вам на смартфон. Вы сразу же получаете уведомление, и у вас появляется возможность оперативно реагировать на любые изменения, не дожидаясь визита на пасеку, вмешательства в жизнь и работу пчел. Все, что мы можем контролировать с помощью устройств, вы видите и можете на это оперативно реагировать. Первый шаг к устойчивому пчеловодству. Сегодня здесь звучал вопрос по пестицидам, по отруению пчел и работе с этим. Я хотел рассказать про это сейчас, но я понимаю, у нас в конце есть круглый стол, и я ставлю. Мы на эту тему хорошо поработали и пообщались. В частности, я лично разговаривал на тот момент с исполняющим обязанности министра, с Ольгой Трофимцевой, и ну, была четкая политика, я не знаю, что сейчас будет с ее уходом, но была четкая политика, и не хватало инструментов у государства для работы с этими проблемами. Это всем известно, но я оставлю этот вопрос на круглый стол. Всем, кому будет интересно, поговорим, потому что ну, не просто так, не только мы об этом думаем, поверьте. Бизнес-модель простая. Продажа оборудования, но так как мы не просто продаем оборудование, и вы приходите, смотрите на какой-то, ну, на какой-то дисплей, а вы получаете все эти данные в удобных приложениях, которые поддерживаются, которые постоянно развиваются, конечно, это несет дополнительные наши постоянные затраты. Поэтому обязательно годовая подписка, то есть абонплата за использование этого сервиса. Статус проекта. Про железо я вам уже много рассказал, то есть что мы тут делали, переделывали. Расскажу теперь про программное обеспечение и про железо снова же. Мы протестировали устройство на энном количестве реальных пасек. Я вам скажу, что деду Василю после той самого Джулявского круга нам стыдно было нести наше устройство где-то больше года. Вот только недавно мы поставили на пасеки, ну, говорит, круто, молодцы. Мобильные приложения готовы, а вот портал пчеловодов и для пчеловодов и аграриев, сегодня уже здесь говорили про то, что есть подобные решения, есть подобные мысли и у нас, но если они были вначале сконцентрированы вокруг проблемы взаимодействия при внесении средств защиты растений, то на самом деле есть четкая позиция, лично моя, ну и она аргументирована, я вам расскажу позже, что так не будет это работать в нашей стране еще долгое время. Этот портал должен приносить другую ценность, он должен нам помогать больше зарабатывать, а не бороться. То есть аграрии не только должны сообщать нам про внесение СЗР, аграрии очень многие, ну мы вот, я забыл рассказать про Метеотрек, это украинский наш продукт для метеомониторинга, это метеостанция, метеосервис. Мы работаем практически со всеми крупнейшими холдингами Украины. МХП, ИМК, Сварог нет, Небулон сегодня звучал. В общем, этот продукт хорошо известен. Мы разговаривали и разговариваем в том числе с отделами, которые занимаются производством меда. В МРИ, сейчас это Continental Farmers Group, у них есть, более того, свой портал даже, вот, о котором мы сейчас говорили, и здесь поднимался вопрос. У них есть свой внутренний продукт. У Харвеста это 140 тысяч, по-моему, у них гектаров, в основном там, в Донецкой области, но есть здесь ближе к центру, у них очень развито производство посевного материала. То есть они выращивают не продукцию, они выращивают семена. Что это говорит? О том, что на поле с орошением может производиться 4 разных культуры выращиваться. У них недостатка пчелосемей, ну и вообще они испытывают недостаток приблизительно, как мне говорил один из их руководителей, на 60% они не обеспечены пчелами в тот момент, когда цветут все эти культуры, они не могут их опылить. Это вот та проблема, с которой нам нужно работать. Вот здесь вот выгода.
Такая же, вот для этого у МРИИ есть свой портал. Об этом сейчас думает МХП, и ну, это то, возможно, о чем скоро мы начнем думать. Но пока что мы растем вглубь по направлению железа, скоро начнем расти вширь. Все, спасибо, Леонид Власов. Вопросы, пожалуйста. В литературе было сказано о том, что GPRL, все вот эти датчики влияют на развитие пчел. Это первый вопрос. И как вы относитесь к ямам под датчиком? Ведь не всюду датчики работают нормально. Первый вопрос. Мы изучили хорошо эту литературу. Значит, смотрите, там речь шла о, если я не ошибаюсь, транкинговой связи. То есть это гораздо более мощное устройство. Наше устройство спит все время. Просыпается только тогда, когда опрашивает датчики. Опрашивает, это процесс приблизительно 1 минута за там, 15 минут. Но можно настроить на гораздо более редкий съем данных. Более того, после того, как вышли вот эти статьи про то, что мобильная связь влияет на пчел, было очень много статей опровержений, что GSM-связь не влияет на пчел. Даже при активно работающем мобильном телефоне, который кладется там на улей и так далее, то есть, ну, это никак не нарушает нормальную работу пчел. Это мы говорим про мобильный телефон, который постоянно онлайн, который постоянно обменивается, как минимум, сигналами пинг-пинг с базовой станции. Наше же устройство, я еще раз говорю, просыпается, снимает данные по радиоканалу изначально, сейчас по лоре, это еще проще, еще гораздо проще. Отправляет данные на базовую станцию, а базовая станция может находиться в километре от пасеки, понимаете? И оттуда только уходит GSM. Первый вопрос. Второй вопрос, вы говорите про датчики и про ямы. Я не совсем понял, потому что я могу понять, вот ну, когда нет... Есть места, где вообще нет, берет ни мобильная связь, ни временная. Нет решения, нет решения этой проблемы. Если у вас нет связи, вы не отправите данные никуда. Можно решать эту проблему только единственным способом. Мы об этом думаем, но пока что это не массово, чтобы мы в этом имплементировали. Можно сделать сбор этих данных с помощью вашего же устройства, мобильного телефона. То есть вы подошли к базовой станции, они через Bluetooth либо Wi-Fi соединились, вы слили все данные, а мобильный телефон уже, когда у него появилась связь, он это отправил на сервер. Но это настолько единичное явление, что пока что мы в этом направлении даже не думаем и не движемся. Ну, знаете, это избыточная система. Да, мы можем эту проблему решить. Но пока что она есть не требует. Есть такие места, для того, чтобы позвонить даже, вот ходят вот так вот с мобильным телефоном, знаем. Зомби, ищут, где связь есть. Поверьте, мы об этом знаем, потому что мы работаем в Игритеке, и там проблема гораздо большего масштаба, потому что требуется онлайн-контроль всей техники, выполнение процессов, и реально бывает такое, что техника пропадает, и потом через час вываливает пакет данных, которые ну, характеризуют всю ее работу за это время. То есть мы об этом знаем, но пока что это не настолько массовая проблема, чтобы ее сейчас решать. Срок службы вот этого устройства, сколько оно служит? Пока не знаю, потому что в системе всего год, но я думаю, что не меньше, чем батарейка. Это сейчас была шутка. Батарейку нужно менять раз в год. Батарейка стоит, по-моему, 80 или 90 гривен. Срок службы устройства, ну, я думаю, пока не погниют вот эти провода. Провода сделаны, их изоляция не только позволяет работать им при, там, от минус там, 30 до плюс там, 40 градусов температурах, но также нормально относится и к влаге, и к солнечному свету. Мы пока не можем говорить о сроке службы. Когда у нас за плечами будет 10 лет опыта, тогда мы вам скажем, что устройство точно работает 3, 4, 5 лет. А что за батарейка? Аккумулятор? Да, конечно. А солнечные почему нет? Солнечные батареи для этого нет смысла. Для чего использовать солнечную панель стоимостью в разы большую, чем энное количество этих батареек, делать к ней контроллер, который будет преобразовывать все это питание и сюда выводить, увеличивать конструкцию всего... смотрите, еще раз. Мы сейчас говорим про что? Об оборудовании на 1 улей. Если мы говорим про базовую станцию, то у нее питание может быть 220, может быть 12 вольт. Этих 12 вольт она может получать от аккумулятора, ну просто от базисного, может получать от солнечной панели. Все. Сюда не нужно. Это есть основа, это избыточность системы. Можно питание? Є такий дуже гарний принцип. Складні речі на пасіці не переживаються. Ну, у вас дуже гарна така тема, тенденція слухати кожного пасічника, але вона хибна насправді, бо... Ми вже це поняли, спасибо. Пасічників дуже багато, і ви повинні вибрати собі модель середньостатистичного пасічника і середньостатистичної пасіки. І саме цей сегмент
відпрацювати до оптимального, так би мовити, діапазону. Серед них це може бути, перш за все, вага велика. Друге, це звук у вулику, який може бути. Навіть температура у вулику і вологість має набагато менше значення. Два основні параметри – це вага і звук. Оскільки звук – це мова, і якщо ви опрацюєте той масив інформації, який ви зараз напрацьовуєте, то у вас за певними алгоритмами буде попередній діагноз ситуації в сім'ї зроблений. Це дуже круто, буде гарний, це дуже прогресивно, дуже правильно ви робите. Але не ускладнюйте систему, бо ускладнення приведе до удорожчання системи. І зменшиться її ефективність роботи і обслуговування і таке інше. Зробіть систему доступною, але достатньо функціональною. Мы это слишком поздно поняли. Спасибо большое, конечно, за ваши рекомендации, но уже, это уже позади, это этап позади. И я вам скажу, что исключив те датчики, про которые вы говорили, в принципе, если бы мы сейчас исключили, стоимость системы несущественно бы уменьшилась. То есть все окей, мы это поняли, но уже наступил на грабли в очередной раз. Спасибо. Спасибо большое.